сделали все, что от нас требовалось. Мы молились лежа в окопах, чтобы проснуться живыми. Мы ползком пробирались по грязи, пока над нашими головами свистели пули. Это последний раз, когда нам придется рисковать жизнью. Это последний оплот противника. Захватив замок Сюри, мы сможем отправиться домой. Все мы. Точка излома. 29 мая 45 года, замок Сюри, Окинава, рядовой Миллер, 1-я дивизия морской пехоты. Как только сбросят припасы, мы выходим. Вот оно! Пошли! Контейнером! Бегом марш! Так, патронов в траве. Нету. О, только что затвор был закрыт. Наши самолеты разбомбили тут все к чертовой матери. Они вернутся, как только дозаправятся и получат боеприпасы. А пока остались только мы. Это все, что у нас есть. Разделите между собой. Дерьмо! Снайпер! Где они, черт побери? Но это... Банзай! Они обложили с мешками с песком. Смотри внимательно! В траве! Там, наверху! На деревьях! Снимите их! Где? Я не вижу, на каких деревьях. Блин. Твою мать, что сделал? Быстрее, нужно найти укрытие! Я их вижу прямо впереди! По мне какой-то снайпер лупит. Зараза, блин. Все в укрытие! Так, а где укрытие? Залезайте в бункеры! Вычислили наши позиции. Наверняка в туннелях засели корректировщики. Надо пришить их. Прихлопни их. Иди туда, Миллер. Вот вы молодцы. Дюкай. Конечно. Type 100. Мы перегруппируемся на той стороне. И правда, корректировщики. Офигеть, они под нами все это время были. Так, тут много патронов на Type 100. У нас пока есть Томпсон. Давай, поторопись! А, вы уже меня тут ждете? Хорошо. Газ! Быстрее! Быстрее! А что быстрее-то? Куда? Чё? Чё делать? Мы наступаем! Не отставать! Ищите еще! Паучьи ямы! Охренеть! Сними его! Сосредоточить огонь на холме! Сосредоточиться! Следовать за мной! Надеюсь, больно было! Японская пехота! Еще один готов! Санитары сюда! Они идут прямо на нас! Твари! Они бросили гранату! Еще тут в этих своих сидят. Блин. Граната, уходим живо! Враг приближается! Да ну
него с той стороны все прут и прут. Предыдущий участок очень сложный был вообще. Блин, надо он как-то через тот дом, наверное, попробовать. И патроны кончились. Во, Type 100. Все. Я этих ублюдков по запаху чую. Они уже близко. Я надеюсь, он же нам сюда не зайдет, да? Они. Я здесь, я тебя прикрою. Граната, уходим, живо. Козлы. Конечно. Перезаряжаю! В здании на западе! Патроны, патроны надо. Наступаем живее! Целься! Огонь! Наверху, на лестнице! Жми вперед, мы должны заткнуть эти минометы! Пока не вижу здесь никого. Первый минометный окоп впереди! Миллер, разберись с ними! В смысле, в одного, что ли? У меня ведь нет выбора, правда? Обойди лабиринт фланга! Построил. Они опа! Ушла! С какого фланга? Подбирайте мины! О, интересная штука. Прикольно. На нас валит толпа пехоты! Давай забросаем сначала. Мины бесконечные. Парни, Игорь, бросаю гранату! Успех! Иди вперед, я прикрою! Ой, разнес нафиг. Я их вижу прямо впереди. Первый готов. Идем к следующему. Шикарно. Враг приближается. Во втором окопе чисто. Еще два минометных окопа. За стеной в окопах еще несколько минометов. Шевелитесь! Что, туда швырнуть, что ли? Да. Чё, как так-то? Офигеть. Лёгкий мозг и ухода! Извини, там у нас ещё один пулемёт на левом фланге! Чёрт, граната! Японский пулемётчик! Вот тут бомбардировка козырная. Блин.
гид граната, падла. Поганый пулеметчик. Какой? Они направляются. А, сюда. Вон вижу. Займите это здание на востоке. Ну-ка. О, домик тоже можно разломать. Прикольно. А этот нельзя. Блин, это свой по-лонски. Кстати, что-то я... О, карта смерти. Чуть не забыл. Окей, мы почти там. Самолеты уже в пути, они помогут нам. Хорошо, они здесь все к чертям разнесут. Пушки на макушке обходят с фланга по обеим сторонам. Нам тоже надо идти с фланга. Очистите каждый угол в этом дворике. Разделитесь и разберитесь с ними. Да блин, собственно, как и везде. Это же их земля. Понятное дело, что их тут дофига. Так. Японская пехота! Граната, ложись! Чёрт, где они? Граната! Офигеть, граната. Укрытие! Пошел, пошел! Граната! Враг перебивается! Врача! Где враг? Блин, это волк-то свой. Там еще кто-то, что ли? Понять не могу. Так, уничтожить всех врагов в этом районе. Зараза.
Блин, да что ты? Вернуться к 11. Все что ли? Походу этот замок это последний оплот, пристанище. Вниз, туннели! Блин, туннели это конечно не очень нехорошо, хотя с другой стороны. Почему взрыва не было? Странно. Так, патроны. Сейчас же. А там что такое? Одна не угла, надеюсь, нету больше никого. Иди вперед! Ложись, ложись, граната! А, блин, Ройбук. Капец, сколько туннелей они тут вырыли. На лестнице! Все, все укрытие! Наверх, сюда! Блин, звук козырный от, подбирания патронов. Так, и чё? Мне не сюда надо было, что ли? Сержант! Мы засекли их передвижение! Прекратить огонь! Полонский, обыщи его! На землю! Живо! Руки вверх! Дерьмо! Миллер! Я их вижу! Еще прямо впереди! Ты! Чёртов сукин сын! Чё-то я не понял прикола. Лежать! Чё было? Ройбук! Миллер! Они убили сержанта! Вы, сукины дети! Ублюдки убили его! Прощай! Вонючие твари! Так, пулемет бы какой-нибудь. Пулемет!
меня из-за тебя пристрелят! Так тоже мой, нет? Доступен авиаудар. Не слышал? Вызывай чертовы самолеты! Пусть ублюдков нахрен разнесу! Координаты получены. Тут не высунешься, блин, со всех сторон. Цель поражена. Откуда их столько тут? Он теперь с той стороны бегут. Готов есть! Готов нанести удар с воздуха. Координаты получены. Патроны кончились, да ладно. Надо унести его отсюда! Блин, это я опрометчиво поступил. Внимание! Здесь нужна помощь! Так, а какое следующее это здание надо уничтожать? Самолеты заправлены и готовы нанести удар. Миллер! Вызывай удар с воздуха! Живо! Огонь по переданным координатам невозможен. Почему? Проверьте сведения о цели. Огонь по переданным координатам невозможен. Проверьте сведения о цели. А что он уничтожит? Давай, Миллер! Вызови самолеты! По восточным зданиям. Восток вон там. Я за тобой присмотрел! Отвлеки от меня! Перезарядка! Подтверждаю! Они справа от нас! 45 секунд. Цель поражена. Прикрой меня! Перезаряжай! Все кончено. Мы сделали это. Все кончено. Мы сделали все, что от нас требовалось. Мы молились, лежа в окопах, чтобы проснуться живыми. Мы ползком пробирались по грязи, пока над нашими головами свистели пули. Это последний оплот противника. Захватив замок Сюри, мы сможем отправиться домой. Все мы